Всем безделья, с вами бездельник Кринжата. И сегодня мы продолжаем проходить игру Оверлорд, Повелитель зла. Я буду продолжать поддерживать формат Кринжа. Я видел, он вам понравился. Вы оценили лайчками, комментами. Поэтому не забывайте продолжать делать это. В описании под роликом сможете найти полный плейлист этого прохождения. И что еще? Да, ну и как бы это третья серия у нас с вами. Я тут, да, вот немножечко такой принарядился немного для третьей серии. И прошлую мы закончили на том, что победили толстожопого предводителя полуросликов Мелвина. И сейчас мы будем продолжать восстанавливать нашу темную башню. Нам нужно найти источник энергии зла в спелых холмах. Давайте-ка это и сделаем. Также у нас с вами вернулись наши огненные красные. Огненные красные прихвостни. Наши маленькие детишки. Да. Я думал, здесь что-то изменилось. Ничего не изменилось. Наши прихвостни, наши детишки тьмы готовы сделать все ради своего повелителя. Возвращаемся в спелые холмы и ищем тот самый спелый источник, который напитает нашу башню и восстановит силы тьмы. Так, о, красавица. О! Господин, вы избавили нас от Мелвина, и овцам теперь благодать. Да? Берите, сколько потребуется. Они плодятся быстрее, чем я считаю. Интересно. Овечки. Но нет. Мы не будем овечек убивать. Нам пока достаточно. А с тобой, красавица, я бы порезвился. Что, хочешь пойти уединиться в кустиках? Ну давай. Давай прямо туда. Прямо здесь. Вызову сейчас своих прихвостней, чтобы они могли насладиться нашими утехами. Давай же, госпожа, давай. Ты что, сегодня не в настроении? Ну ладно, я могу подождать. Силы тьмы и так долго спали. И еще подождут. Ладно. Пока я настроен убивать, нужно это делать. Они даровали нам путь, которым можно ускользнуть. Деревенщина. Должно быть, это опять путь какую-то хуйню небеса затеяли. А крылья нам дадут? Я хочу крылья. Блять, болван пустоголовый. Лишь бы были крылья. Выяснить, куда пропадают крестьяне. Блять, вот дебила. Так. Нам нужно будет сейчас вернуться по нашим старым, уже прошедшим, проходимым местам. Вы с помощниками сделали за нас всю работу. Да, 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 ребят. Вы теперь должны нам по гроб жизни, блять. Скоро ваша деревня сгорит. Влюбился? Нам просто-напросто надоест, и мы просто уничтожим вас. Просто уничтожим! Но сначала мы заберем плавильню, и, видимо, тогда мы сможем выковать себе какую-то броню. Так, красный. Ну-ка, навались. Давайте, давайте. О, вы просто убрали пламя, да? А бурые сейчас все сделают. Отлично. Давайте же, мои малыши, давайте. За мной. Я тоже обожаю обновки. О, тут еще и гнездо красных. Удобно. Злой да нравится. Закрыть ворота. О, опять. Скорее нужно найти другую дорогу, а потом решим, как покарать этих глупых крестьян. Суки, они уже нас подставили, не успели, блядь, быть благодарными, как сразу же, блядь, накосячили. Ну что, мои? Мои воины, ну-ка, навались на них. Правильно, давайте, сжигайте, пинайте, режьте этих выродков.
Отлично. Где еще один потерялся? А ну-ка, буры, схватили плавильню. И снова ее потащили. Блять, эти крестьяне, от них одни проблемы, а. Не успели мы их спасти, как сразу же какие-то косяки пошли. И тут полурослики. Горите. А они еще сгорают так быстро и так сладко. Я прям чувствую запах их хрустящих корочек. Их на жирке на этом. Толстенькие, пузатенькие полурослики сгорели. Ладно, вы красные, зачем же вам убивать овечек? Пускай плодятся, живут. Все за мной, все ко мне, ну-ка. Понеслась! Давайте! Так, не нужны нам ворота. Они и тут подняли, да? Ты чё, баран, охренел совсем, что ли, блядь? Барана. Ну ты баран. Отлично. Мы уже с вами опускали эти ворота, но эти чёртовы полурослики опять, блядь, всё испортили. Ну-ка, давайте. Все, кому не попади, хватайте и бегом за мной. Ёбнутые бараны. А, это еще не конец. Это еще не конец этих выродков. Больные ублюдки. За хозяина! Да, мои маленькие! За хозяина! За тьму! Как же вы долго это делаете? Боже мой, что же это, блядь, плавильня такая тяжелая? Я бы и сам справился, если бы знал, что вы такие медленные. Вот еще один. Деревенщина все стоит, молится. И вообще похер, что сзади них воюют, блядь. Нападают на их спасителя. Их ебаного кутежа. Блять, а. Глупые люди думают, какое-то божество сможет их защитить от всех бед, спасти. Нет, только настоящая рука власти, силы, тьмы может на что-то повлиять в этом мире. Миром правят сильные. Они все пытаются найти какой-то идол, которому хотят поклоняться и надеяться на лучшее. Ничтожество. Давайте. Губан. Губан, давай. Не тормози. Ну, наконец-то. Слава богам тьмы. Плавильню повелить. Куйте железо. Куйте железо. Хуйте железо, пока горячо. Прихвостни запустили кузницу. Плавильню как раз туда унесли. Куда туда? Кузницы для вас выкуют оружие и доспехи, которым позавидует любой повелитель. Все должны мне завидоваться. Я человек огнемет. Я человек повелитель. В этой кузнице ковали оружие, которым убивали троллей, и доспехи, защищавшие от пламени дракона. Гиблет недавно стал главным кузнецом. Он вам все покажет. Ну-ка, Гиблет. Расчехляй свою кузню! Ну-ка, сейчас мы покуем железо. Показывай, на что способен. Слуга. Здесь вы можете улучшить оружие или выковать новое. Чтобы что? Оружие и доспехи получились крепкими и надежными... Принесите мне. Нет, я не хочу убивать своих малышей. Необходимое количество жертв зависит от материала и... Нихуя тебе есть выбор. Только не увлекайтесь, господин. Прихвостни, вот ваше главное оружие. Согласен. Истребляйте их безоглядно. Хочу доспех пиздатый. Здесь можно пиздатый. Выбрать материал, к
Количество материалов зависит от типов плавилин в кузнице. Блять, как много ты пиздишь, Гнарл, закрой свой чертов рот. Доспехи и шлемы. Блять. Кузнице. Блять, Мормот тебя взорвется, успокойся. Хватит, уйди. Улучшить оружие и... Наконец-то ты успокоился. Наконец-то. Что мы можем улучшить? Мы ничего не можем улучшить. Получились крепкими и надежными. Блять, ты опять это начал. Топор, меч, блять, я запутался. Хочу шлем. Количество жертв зависит от материала и назначения предмета. Сколько я должен заплатить, блять? Сколько я должен заплатить? Вот ваше главное оружие. Не истребляйте их безоглядно. Сколько нужно? Можно начинать ковать. Хотя... Ладно, 26. Сколько, блядь, нужно моих ценных прихвостней? Давайте, малыши. За отца! Да, вот это я понимаю. Преданность. В этом-то вся и сила Оверлорда. Где шлем? Где шлем? Что? А мы сделали шлем? Стальной шлем и стальной шлем. Что, блядь? Я то же самое сделал, что ли? Ебать. Я просто въебал бабки, да? Блядь! Нахуй кузницу, нахуй это все, блядь. Не отдам это своих сладких миньончиков. Здесь хранится все ваше оружие и доспехи. Пламени нужна пища, хозяин. Сука, одна и та же хуйня. Блядь! Ёбаный Гнарл пиздел и пиздел, ничего путного, блядь, не сказал. 2500 золота в ёбана, блядь. Чёртов, блядь, Гнарл тупоголовый. Стали, блядь. И так дохуя наковали, блядство. Ну-ка, на спелые холмы. Нам нужно вернуться к тусовке Мелвина. Там тоже был огонь, и что-то можно было забрать оттуда. Ну-ка, один туда, и 5 красных со мной, живо! Пиздец! Что теперь сделать с деньгами? Как их, блядь, вернуть? Я пахал, блядь, 2 серии, чтобы эту хуйню заработать, эти копейки, гроши, блядь. И так никчемно их потратил. Сука! Это вы во всем виноваты. Спасибо, что освободили нас. Колхозники драные. Своих тыкв в вашу честь. Назови свою дочь, блядь, мою честь. А я потом приду и отымею ее. Понеслась, блядь, давайте нахуй, мстите за проебанные бабки. Суки, полурослики, я же вырезал вашего, блядь, предводителя. Какого хуя вы еще здесь? Понеслась. Давайте, да! Слава богу, хоть тут пусто. Блять, как и в моих карманах. Зря только вспомнил. Где здесь? Где оно? Где это сгоревшее поле? Уберите чертовы трупы, нахуй они здесь валяются. Весь вид портят, блять. Деревенщина, мы им тут освободили, блядь, столько гектаров, они, блядь, там дальше хуйнёй занимаются. Пиздец, а можно было побольше телепортов сделать, блядь? Ломайте телегу, что ли, может, тут что полезное? Ну-ка, красные, ко мне нахуй. Блядь, крысы ебучие. Ебучие крысы, блядь, крысюки нахуй напали. Смотри, блядь, за мной нахуй. Они ведут нас, блядь, в это ебаное пепелище.
Нет! Я думал, у нас один малыш погиб. Но с ним все хорошо. А, тут деньги, блядь. Которые опять мы проебем, хуй знает где и на что. Круто! Люблю проебывать бабки. Это так по-злому звучит. Навались на этот маленький мешочек с деньгами. Ебать, там опять какой-то пожар устроили. Мои малыши такие неугомонные. Куда мы это несем? Где здесь, блядь, телепорт, перемещение? В деревню? Кутеж? Ладно, хорошо, пошлите в кутеж. Почему эти, блядь, деревенские упыри не таскают за нас? Они все должны делать для нас. Отдавать женщин, детей, золото, жизни, силу. Все ради тьмы. Иначе зачем мы их спасали? Зачем отдали припасы? Недоволен. Я недоволен. Ладно, хоть нету этих чертовых полуросликов. Почему нас не предупредили, что шлем уже выкован был? Почему? Как долго нам нужно будет нести, блядь, этот мешок? Вы бы уж разобрались с Мелвином. Ты долбоёб, что ли? Закрой рот свой, блядь. Мелвина уже как 100 лет, 2 бед нет. Где ребята, блядь? Ебать, где мешок? Ебать, тут еще какая-то хуйня. Они убежали вперед, батьки. Берите, блядь, какой-то мозг, нахуй. Вам, дебилам, он пригодится. Ебать. Ебать, сколько я всякой хуйни здесь не заметил. Ну-ка, несите, блядь, батя пока пройдется, блядь, по своим владениям. Вы чё, упыри, блядь? Не хотите ничего, какие-нибудь подношения дать? Твари неблагодарные, блядь. Ненавижу. Как вы меня все бесите. Зло нельзя злить. Нельзя. Какое-то заклятие, хуй с ним. И так пока нормально. Сколько денег? Ну-ка. Ну? Вялость. Враги начнут тормозить, и у вас будет... Вялость, блядь. Вялость не нужна злому господину. У него должен быть конский. И стояк активный. С которым он отправится прямо сейчас в бездну с белых холмов. А вы, бездельники, не забывайте поддерживать прохождение лайком. Поехали! Нахуй вялость! Только сила! Только бодрость! О, одурманенная деревенщина. Думает, что все отлично, все охуенно. Ох, как хорошо ей. Они еще не знают. Удара. Настоящего короля. Тьмы. А, что это фейк, да? Это фейк. Ёбаная бездна. Кто сюда их приманивал? Это совсем не небеса. Найти способ захватить бездну холмов. Сейчас мы сделаем. Сейчас мы все сделаем. А вы только смотрите, как мы можем это делать. Честно? Мы вовсе не пытались от вас удрать. Честно? Честно, честно, блядь, заткните. Вас как-то можно спасти? Нет. Ну и хуй с вами. У мертвия призраки мертвых злодей. Ебать. Приветик. Ебать, ребята, да не из слабых. Понадобилось, чтобы открыть лазейку в их мир.
Ну, нельзя допустить. Берите, давайте лучше. Появлялись, где им вздумается, подрывая ваше могущество. Конечно. Помню, одна такая появилась прямо в выгребной яме для прихвостней. Здорово напугав Гитлер. Нет. Нужно сначала... Ты чё, охуел, что ли, гнарл? Такой хуйне нужно предупреждать заранее. Я не хочу, чтобы мою башню тьмы захватили какие-то упыри. Кстати, ребята, это локация. Это как раз таки и есть особенность версии игры Rating Hell. Эти локации не находились в оригинальной версии игры, а вышли только спустя год после ее выхода. Но я думаю, нам будет приятно. Больше лута, больше денег, больше душонок. Да. Ебать, тут выходы какие-то. Расходятся проходы, блядь. Владимир, я не хочу думать. Я день. Хочу только захватывать и убивать. Навались, малыши! Навались! Не смейте убивать моих сладеньких, маленьких приспешников тьмы. Полурослики, и вы здесь, блядь? Что за огненная овца, блядь? Что вы здесь бесоебите, блядь? Она еще взрывается, камикадзе ебучие. Блядь. Они так все взорвутся? Я не хочу, чтобы мы, детишки, взрывались. Отходи! Отходи! Сейчас ебанет! Она за нами, блядь, гнида за нами. Блядь, один малыш умер. Нет, не нападайте на них сами, малыши. Все за мной. Да, они сами сгорят. Аккуратно, ребята, аккуратно. Эти идиоты сами сдохнут. Отлично, сразу все дома, все сгорело. Мне это нравится, да, еще один мешочек с деньгами. Добейте этого долбоеба. И хватайте все самое ценное. Так, аккуратно, кто убил его? Кто, блядь? Они до бесконечности будут, ебанашки, блядь. Не хотят подыхать, все лезут и лезут. Уходим отсюда. Один красный, один коричневый. Навались. Понеслась, конечно, не смейте нахуй останавливаться. Пока господин приказывает. Должны непоколебимо выполнять его приказания. Их тыквам, они не знают страха, маленькие шалопаи. Как опять ты? Сожрали овцу целиком. Тыквы сожрали овцу? Ты больной? Блять, они и правда живые! Разъебать! Кажется, кто-то из них... Злые тыковки! Они смертельно... Злые, блять, тыковки! Страшнее их только помидоры... Чего, блять, помидоры-убийцы? Что здесь происходит, блять? Они жрут моих малышей. Пальцы на ногах. Нет, малыши погибают. Кажется, кто-то из них жует. Сука. Эти маленькие негодники, не угрожайте мне. Ладно. Что? Что за катсцена? Куда вы, блять, ведете этого долбоеба пугало? Блять, армию перебили, ебаный рот. Дела плохи. Пиздец. Сколько красных? 6. Давайте 9 коричневых. За мной. Здоровья нихуя нету. Все. Нельзя просто так топить свое войско, повелитель. Вам нужны слуги, что умеют плавать. Ебать. Хотя бы медленно тонуть. Тут еще эти ебаные водяные нужны. Пиздец. Мы еще не нашли их гнездо.
И тут мы не можем пройти. Блядство. Кажется, эта локация пока не по рукам повелителя зла. Давайте вернемся в деревню. Посмотрим, что мы можем сделать там. Нам нужны синие. А пока мы оставим это место. Пускай пока живот. Добро пожаловать. Ну-ка, нас спелые холмы. Куда мы сейчас с вами пойдем? Мы можем пойти к эльфам. А можем пойти к госпоже, да? Давайте же пойдем к госпоже. Нет, 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 нет. Коричневые. Буре, буре, за мной. Все, за мной. Живо. Да, да, мои маленькие. Давайте-ка. Мэр города, напои моих малышей пивом. Мы хотим пива. Я бы не смог еще одну ночь слушать, как мой живот бурчит от голода. Там не было пива? Они а уже даже... Еще воняет полуросликами. Они уже даже не напаивают нас пивасиком? Величайший из героев. Один против Лука. Целой армии. Выебу всех ваших доярок. Но сначала... Пойду посмотрю, что там за замок. И где его король? О, все горит. Даже тысяча полуросликов не может такое устроить. Я чую запах чужой магии в воздухе. Нехороший такой запашок. Мне тоже не нравится, Гнарл. Что это значит, что что-то горит, блядь? И это сделали не мы. Мне это не нравится. Ебать! Этот жук вонючий поджарил наших пиздюков. Один из них даже погиб. Ну-ка нахуй, гасите этих жуков. Отходи. Пизданет. Ну-ка, расправляемся, живо. На нахуй, по хребту. Убивать! Убивай, да, правильно, мои детишечки. Отходи, сейчас хуйню будет делать. Нет, смотри, что, не возбудился. Это что, тупик, блядь? Это что, серьезно, просто тупик? Нахуй я сюда шел. Сука, ловушка, блядь. Тьму наебали. Тьме это не нравится. Возвращаемся тогда обратно. И смотрим, куда ведет другой путь. Красный. Красный. Ну-ка нахуй убирайте эту хуйню отсюда. Давайте, давайте, и поскорее! Все вместе, все вместе. Ебать, ассасин нахуй. Он точно не местный. Ебать, залетный малый. Ебать, ты охуел нашего красного, захуярил, бля, в крысу. Ебать, какие-то ассасины. Вас еще нам не хватало, блядь. Блядь, жалко красного. Шилом нахуй, просто не по-пацански воткнули, блядь. Красные, давайте, блядь, убирайте. Буре, ну-ка, погнали. На вас там не нападают? Сука, нападают. Отходь нахуй. Иди сюда, конченый. Красные. Ну-ка, все, давайте сначала его пизданить. Еба... Еба, пацаны, он вас сейчас захуярит. Бля, убейте его. Пиздец. Пиздец, вот вы вафельные, бля, хамуха. Сдохнули, как нубы.
Ебать, там целый отряд этих самоубийц. Ебать, тут-то бой серьезный намечается. Ебать, там сразу пачками режут наших. Ебать! Нет! Наших малышей убили. И это еще не конец. Ебать. Малой, блядь. Ебать, а вы откуда? А вы откуда, маленькие? Ну-ка нахуй, хорош, ебать, моих трогать. Моих мальчиков. За хозяина это, конечно, да, блядь. Но мы что-то отхватили лишнего, кажется. Не-не-не-не-не. Никуда не отступаем. Мы только пришли. Нужно узнать, что хуйня здесь происходит. Ну-ка, навались. О, тем самым мы, наверное, улучшим наших красных. Обожаю обновки. Давайте. Ребят, кажется, вам нужно погибнуть ради маны. Вы поправили здоровье. О, супер. Это увеличение здоровья. Это замечательно. Так, этот пожар мы сейчас не потушим. О, один. А, нет, мы сможем потушить. Но сначала все вместе за вот этим, блядь. Мстим за наших. Отлично. Так, нет, давайте пока только коричневыми походим. Они все-таки в бою посерьезней. Тут нету ничего вкусного, приятного для нашего господина. Пока не вижу. Кувшины. Это может быть интересно. Так. С этой стороны крепости все. Осмотрим другую ее часть. Тут тоже ничего. А нахуй вы это построили, если здесь ничего нет? Спрашивается. О, там еще в самом конце. Ну надо же было запихнуть, блядь, куда. И нихуя нету там. Замечательно. Клёво. Тут еще наебали снизу. Мы-то думали, здесь проход, а тут наебали. Здоровье бы где еще восстановить. Давайте, 5 туда и 5 красных. Ну-ка, красные, вылезайте из своего отверстия, блядь. Вы там еще не все собрали. Красные, ну-ка, тушите. Тушите нахуй, папа пройти не может. Подземелье кутежа. Ну давайте глянем, что там в этих ваших подземельках. Таинственные грабители напали на замок Кутеж. Ну-ка, красные. Берите, тут что-то есть. Что-то есть, хватайте, давайте. Не смотрите, не тупите. О, госпожа! Мясо! Ебать, страхать, да! Тогда бежим! О! Какая-то там сосочка. О-о-о. Ты тут целых 3 сосочки. Хорошо. Что-то ужасное. А вот и наша красавица, да? Ужасное приперлось за нами сюда. Закрой дверь. Нихуя ты, Фиона. Ебать, это эти грабители лезут, все лезут. Ебать, тут и крысы, все сразу. Оставьте красных позади. Каких красных позади? Спуяли. Ваши маленькие слуги такие милашки. Привет, Роза. Меня зовут Роза.
Поебемся? За себя постоять. Не хотите мне помочь с кое-чем? Да. Сексом трахаться я умею. Болезнь в небесной обители. Просто кошмар. Я пришла сюда с надеждой. Вы болезни. Что тут можно спрятать? Ты что, дрипер? Пока еще не болеет. Мне нужно выбраться отсюда. Но я не могу бросить свои вещи и позволить бандитам просто так уйти. Шмоточница ебучая. С бандитами и вернуть мои вещи. Ей, блядь, вещи. Там панталоны забыла, что ли, свои грязные. Странное существо. Какое, блядь? Должно быть, оно и помогло им попасть сюда. Пиздец. Розе нужен ее багаж. Охуеть. И что дальше? И что, блядь, с того? Мне тоже много чего нужно. Ну-ка нахуй. Ну-ка нахуй расступитесь, блядь. Красные, тушите. Ну а нахуй. По тыковке ему. Ну, хуярьте, хуярьте издалека в них. О, супер, он пока потушил, мы пизды уже дали. Красные. Навались. Смотри, че ебать, а крысу, в крысу нападают. Не по-пацански вообще. Нихуя крутит там со елдой, блядь. Убери нахуй ее, сразись как мужчина, блядь. Чё там есть, чё? Молодцы, ребята, поздравляю с хорошим уловом. Тушите. Деньги, блядь. Хуй знает, как их тратить, опять хуйню сделаю. Заберите меня кто-нибудь, я не умею им распоряжаться. Господин тьмы, блядь, я хочу убивать и только. Где мой бухгалтер, блядь? Сука, заебали вылазить, хуй пойми откуда. О, еще один, блядь. О, ребят, навались. Сейчас эту пиздодельню, кажется, спасем. Когда нам уже даст она? Мне только это волнует. Хуярь в них огнем, блядь. Пока они там стоят, дрочат. Пиздите, пиздите их. Сейчас мы обойдем, блядь. Бля, надо было их там закрепить. Ладно, хуй с ним. О, тут опять, блядь, встречают нас. Так, ребята, вообще здоровье-то как-то, блядь, восстанавливаете после этих конченых. Еба, ребят, пизданет. Сука, предупреждал же, что пизданет. Ну-ка нахуй этих мелких, блядь. Жуков вонючих дави, блядь. Так, чё тут, как тут, блядь? О, по-быстренькому. Хотят, чтобы я помогала жертвам болезни. Они хотят сеять повсюду хаос. Я ебать похожу. Если выберется за пределы небесной обители, мир станет неуправляемым. Хорош пилить меня и загружать, ебаться. Нравится. Ебаться будем. Ебаться будем, тогда и проблем будут твои решать, женщина, блядь. А то еще захотела, блядь. Задание тут раздает, блядь. Ебать! Присутствие этого существа объясняет, как в замок попали бандиты. Мы чё нахуй, в Думе, блядь? Или в Сириус-Сэме? Скорее поставьте красных на возвышенность, чтобы они атаковали чудовище. Красные. Ну-ка, красные, я нихуя не помню, как вами управлять, блядь. Хуярих. Бурые. Бурые, блядь, нам пизды дают. О, смотри, тут пройти можно. Только нахуй хуй оно надо, бля. Похуй, похуй, не надо сражаться, ребят. Сначала, блядь, товар берем. Все. Ладно, блядь, сначала, походу, с этим подраться надо.
Ебать. Пацаны, блядь, вы либо несете нахуй, либо хуйню не страдаете. Да навались нахуй, потом разберемся. Этот багаж пиздей ты, отдайте. Нести будете? Ебать, ну вот это порнуха, конечно. Ебать. Нахуй вас. Дебилы. Где тут красные, блядь? Сколько красных? Ебать, как это долго, нахуй. Повелитель тьмы, нахуй, на такую хуйню не подписывался. Да, господин. Нужно взять его в кольцо. Давайте, тут 6, там 5. Ура! Красные! Давайте, остальные красные. Вот так! Только не давайте красных в обиду. Все, хуярьте, хуярьте. Изи нахуй сейчас размотаем. Глазастого. Смотри, вафельница стоит просто так, блядь. Пиздец. Нахуй вторую группу ставил. Этой кошмарной женщине, прежде чем она утопит нас в слезах. И сейчас все сделаем. Ебать, ебать, там жуки нахуй. Жуки красных хуярят. Опять навалюсь! Ебать, ебать, смотри! Уходим, уходим, уходим! Сука, долбоеба, почему красные жуки, блядь, наносят большой урон красным? Должно же быть как-то наоборот, не? Давайте, давайте, навались нахуй, несите, блядь, ее шмотки. Начальник ебаться хочет, нужно подсобить. Несете? Не, не несете, чё? Чидачи нет. Ну-ка, давай. Если не хотите, чтобы ваша плоть сгнила и отвалилась от костей, найдите мои вещи. Ты лучше меня такой хуйней не зарази. Вульву показывай свою, я ебаться будем. Тьма хочет секса. Секса тьма хочет, ну-ка. Быстрее, путёшь. Больше детей зла сделать. Преемника настоящего, сильного, мощного. Вы со своими малютками их нашли. Да, красавица. Малютки? А теперь пошли в мою башню тьмы. Я вряд ли любитель подземелий, но в деле вы оказались по-настоящему хороши. Конечно, я лучший. Мне должна понравиться такая женщина. Идемте же. Да, розочка моя сладенькая. Я сейчас сорву с тебя твои лепестки. Для нас твоя роза цвела. Хорошо, хорошо, да. Есть башня? О, наконец-то. Надо бы прибраться. Да. Добрый день. Сначала раздевайся. Господин, мы нашли частные апартаменты. О. Я распорядился, чтобы чемоданы отнесли туда. Да. Если ты собираешься в небесную обитель, выясни, что вызвало эпидемию чумы. Охуй. Я поднимусь к себе. Не хочу, чтобы лапочки съели мои запасы и мучились животиками. Я пока что разберу вещи, а потом заходи. Бля, давай чай наливай. Да. Чайка. Смотри, баба в доме сразу красиво стала, как тьма довольна. Сначала нужно свой пенис зла расчехлить. И будет вообще все замечательно. Ну-ка. Вот и ты. Ебать! Конечно, к этой обстановке, но мы еще все обустроим. Ебать! Я тебе все покажу. Давай, розочка. Смотреть почти не на что, но хорошая уборка исправит положение. Давай. Я только бабло въебал, кажется. Извини, блядь. Тебя еще здесь не было, я въебал. Можно сделать спальню, банкетный зал, а также превосходную камеру пыток. Чего? Ты тоже любишь это? О! Садомаза! Хорошо, повезло! Ну-ка, ебать, это мы столько напиздили! Помещение под сокровищницу. Немного факелов и драгоценности заблестят. У тебя ведь есть драгоценности? Конечно, дорогуша. Я как ёбаный Скрудж Макдак.
Только не утка, а конь с большим конским членом. Это центральный нерв твоей цитадели. Я сделала модель башни изо всякого строительства. Нихуя себе, покажи. Разумница, правда? Ты вообще разумница, показывай. Ебать, это всю хуйню можно купить, да? Ебать. Конечно, улучшить. Бабки въебали на ебаный шлем нахуй. Лучше, блять, красоту навести. Красный ковер, блять, для царя. Мой господин. Нет, это все надо. Огненная чаша, конечно, мы же огонь, зла, тьма, ад. Статуи химер, конечно, для понтов. Обязательно для понтов надо. Императорский трон. У тебя прекрасный вкус. Конечно, моя сучка, конечно. Шипы контрфорсов. Или коронованная вершина. Так, давайте, стяг повелителя. А, как раз то, что нужно. Стяг. Сейчас мы сделаем стяг, а потом тебя натяг. Похуй, оставим филку, блядь. Вдруг еще на что надо будет. Пошли дальше, показывай хорома. Че встала? Ебать, Скрудж Макдак превратился просто в курицу с яйцами, нахуй. Немного факелов и драгоценности заблестят. Да у меня нихуя не осталось. Въебал все на хату. Че тут еще есть? Это что, портал в ад, камин? Что это? Куда это? О, там спальня, а тут что? Тут нахуй не нужно, короче, эта комната. Тут что? Так, тут прелюдии, тут секс, да? Секс будет чи нет? Ты где, нахуй? Первая брачная ночь у повелителя тьмы. Где шастаешь? Почему ты еще не в койке, мать твою? Че там охаешь? Пошли! Да пошли! Ау! Ты комнаты ошиблась, чтобы так делать. Блять. Что, нужно выйти и зайти обратно? Хорошо. Чего не сделаешь ради секса? Ну-ка, ну-ка. Человек, огнемет. Сейчас я хочу там такой огнемет вообще устроить, отойди. Там такой пожар будет, башня просто сейчас сломается. Как ебаный перфоратор буду ее долбить. Ну-ка, ты где? Блять, что ли, денег мало теперь? Что, блять? Ебать, как это сделать? Пиздец, зря только с ней пошли на этот обзор, надо было сразу в койку ее тащить. Блять, какая-то фальшивая баба. Ебать, ее и здесь нету. Куда съебалась? Как трахаться, нет? Как, можно? Че нет? Блять, ну вообще фон пиздатенький, чтобы завершить эту серию. Да, конечно, грустный момент, не поебались, но ничего страшного. Как я уже говорил, тьма долго была в спячке, может подождать и еще. Еще дольше, еще интенсивней будем повелевать над ней, над нашей розочкой. Вот такая вот сериечка у нас получилась. Полный плейлист кринжа в описании под роликом. А вы не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал, чтобы зло было довольно. И нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать новые ролики на канале Бездельник. С вами был Оверлорд. И всем пока!